очень принципиальный. I think in this tournament Virtus.pro looks strong. They have a chance to win against us. Other teams have the chance, but they have higher chance. I want to play against Loxi because I think he's the best top laner in Russia so far. That's all. Actually, I don't want to play against Virtus.pro in the finals because they are stronger. I want to play the weakest team if possible in the finals. Считает, что сильнейшая команда из всех на турнире Elvind, поэтому, возможно, и страх какой-то есть у команды перед Virtus.pro, и это скажется тоже на игре. Коллеги, последний выбор в регулярной стадии, сделайте его ответственно. Но я сегодня решил по статистике на КДА сыграть, 5-0 уже, и корю. Я думаю, что они будут посильнее, поувереннее, и Elvind, возможно, проснется и получше отыграет. Но если как раз-таки к основам вернуться в ВП, они уже это делают, то есть Брауна на саппорта берут, тоже Дали возвращают, Парной начинает передвигаться по карте, Креус как раз-таки начинает вот эти на Рикса и левел 3 ганки чизовые делать, которые прокают, из того же Фроза на скачки выбивает. Поэтому здесь ВП могут жару задать, но все-таки на Крю. Дардзак. Я тоже поставлю на турецкую команду. Все-таки в этом противостоянии выглядят посильнее, хотя шансы у Virtus.pro, конечно же, имеются. Вот так вот, ни смелости, ни веры. А я вот поверил в последнем матче Virtus.pro. Я уверен, вот. В этой аудитория игре, тебя поддерживает. В этой игре мы увидим тех самых медведей, которых мы ждали весь турнир, и которые нас удивлят еще в дальнейшем в LCL. Поэтому вперед, ВП, и на этом, друзья, слово нашим коллегам для последней игры этого игрового дня. Ну, Алексей не представит топить за ВП, как и мы, Игорь, собственно. Я рад, что хотя бы Алексей перешел, точнее, соскочил с этого хайп-трейна. Если есть Дардзак на аналитике, то это сразу все скепсис турки. Такой, скепсис. Сразу все турки победили, да, конечно, все там понятно сразу изначально. Ну, посмотрим. Я, конечно, тоже считаю, что Крю посильнее, но буду топить за ВП. И здесь шансы более близкие к 50%, нежели чем во многих других матчах. Elvind на топ-линии. Мохито в джангле, Найхун на средней линии и Madness, и Мока на нижней линии. Их оппонентами будут Virtus.pro в этом противостоянии. Кстати, если ВП обыгрывают команду Крю, это означает то, что Фенербахче будут единоличными лидерами турнирной таблицы и будут играть в гранд-финале. Докси, Креокс, Параноя, Пиной и Сантос. По-прежнему все так же, состав свой не меняли они ни в регулярном сезоне, ни на Rift Rivals, замен у них не было. Что, к сожалению, пока им не помогло, Игорь, взять хотя бы один матч. Но ВП были несколько раз очень близки. У них нет однозначного такого проигрыша, где они первоначально лейн-фазу проиграли, их перекатывают по карте. Нет, ВП держатся молодцами. Некоторые игры даже очень близко держали. Ну а в дальнейшем были близки к тому, чтобы против Supermassive победить. В прошлом противостоянии против Авроры и мне против Фенербахче тоже были близки достаточно. Просто вот эти драки иногда они проигрывают совершенно не лучшим образом, из-за чего вот одна драка решает весь исход. Барон на шор. О, нет! Анхоли покусал. Анхоли, зачем? Зачем? Не кусайся. Мне очень понравилось, как сидит Пиной, смотря на какую-то бумажку, не понимая, что на ней написано, а с задней стороны написано «Самогревы». «Приехал в Россию» называется. «Самогревы». Потрогайте спиннер. Так, друзья, Лебланка, Рамбл и Тристана у нас идут в банк, кстати, от Крю. Удивительно, что на синей стороне как раз-таки Тристана именно уходит в бан против Virtus.pro. Зак и Элиза — это стандартные ресиги, которые на красной стороне идут в бан, потому что не хотят их отдавать на first pick, но Джарван против Elvind уже бан более интереснее, чем предыдущие два. Ну и здесь стоит ожидать лучшие драфт-фазы от Virtus.pro. Почему? Потому что Дмитрий Мусуханов на корточках драфтит. О, как и обещал! Кейтлин забирает для себя Крю. Madness будет играть на этом страшнейшем чемпионе. Докси берет Рексай для своего лесника Криокса. Здесь такой выбор замечательный был уже для Virtus.pro, потому что они точно бейтили на одного из персонажей.
Можно взять, кстати. Неужели это будет Вейн? Нет, ну терять, конечно, нечего. Ну нет, Вейн никто рано показывать не будет. А вот трэш, трэш — это выбор хороший. Тем более, что ни в коем случае нельзя отдавать трэша Моки. Ну, рано-рано забирают трэша. Все-таки команда Virtus.pro. Посмотрим, чем Крю ответит, потому что с Кейтлин достаточно много чемпионов могут чувствовать себя комфортно, в принципе. Блицкранк. Блицкранк против трэша хорош, но вот связка Кейтлин Блиц, она не самая сильная, не самая лучшая. Игорь! Ну что ж ты делаешь, Игорь? Что ж ты с нами всеми, Игорь, делаешь? Так нельзя же, Игорь. Покажет ли нам, кстати... так нельзя. Можно, можно. Покажет ли нам Найфьон в очередной раз Аурелиан Соло? Я обожаю Аурелиан Соло, потому что этот персонаж... никогда не появляется в последнем... Он очень редко появляется. Есть немного мидеров по всему миру, которые его используют, но те команды, которые играют с Аурелиан Солом, конечно же, очень часто выманивают бан этого персонажа против себя, потому что играть против него действительно сложно. Некомфортно очень, я бы сказал. Очень трудно. И Олаф у нас уходит в пик команде Крю. Все-таки не решаются они оставлять лес до второй фазы драфта, потому что есть вторая фаза бана, в котором, конечно же, Олаф мог бы улететь спокойно-таки в бан. И Ренингтон в блайнд пик на верхнюю линию до сих пор хороший вариант для Докси, потому что Элвин говорил о том, что Докси сильнейший топ-лейнер в СНГ, и ему будет трудно и некомфортно против него играть. И к тому же Кеннона сейчас можно забанить, чтобы Элвин не отыгрывал в этом матчапе. Ну и в первую очередь создать для Докси комфортную среду обитания для крокодила. Ну вот что будут отбанивать сейчас Крю. Очевидно, стрелка. По паранойю бить. Да, я не думаю, если Тристан была забанена. Как раз таки по пиною не обязательно здесь какой-то акцент ставить. Но нет, хотят все-таки убирать его сигнатурных чемпионов, таких как Эш в частности. Потому что Кейтлин уже взята. Есть Шая еще, в принципе. Игорь, быстрее. Аналитика, Шая, трэш линия. Либо Талия. Хотя здесь и контроль такой неприятный, и лонг-рейнджи есть у Крю неплохой, который с Талией может... Шая на бане Телвиду, кстати. ...справляться. Не хотят все-таки больше и макро. И Джина, да. И Джина, ну Джинкса, инсталок Джинкс. Тоже неожиданно. Шут фастер. Get stronger. Вчера отличная... Make it. Вчера была уже отличная Джинкса в очередной раз от команды HQ. Противостояние Rift Rivals, LCK, LMS и LPL. Где AN, игрок, который уже сколько? Больше двух лет постоянно выкатывает Джинкс. Ариана. В Blind Peak можно брать Ариану в таком сетапе. Я там подскажу, там тренера было слышно, и, по-моему, будет Фиора. Еще последним выбором для Крю. Один из сигнатурных пиков Элвинда в бане Фиора. Не подслушивай. Находится. А как ты думаешь, откуда я все время черпаю информацию? Игорь! Ты про Блицканга нет, тоже слышал? Нет, да? Про Блицканга я не слышал, поверит. Честно. Никто тебе не поверит ни в коем случае. И кто же будет на миде? Ну и паранойя. Кого же ты нам покажешь? Заготовочки! Как? Заготовочки! Сейчас бы заготовочки после 0-3 вытаскивать. Друзья, это будет Синдра, я вас разочарую. Скорее всего. Нет, либо Талия. Да. Талия, да. Скучно. Скука! Хотелось бы посмотреть на Картуса в прошлом сезоне. Хотел спросить на Тима все-таки. Дробовик нам Картуса уже показывал. Ну не надо было его показывать. Не обязательно персонаж он был. Он показывал. Не показывал. Но это Талия, это более стандартный пик для ВП. Они все-таки ориентированно пик берут на победу, учитывая то, какое количество все-таки Адекерри забанили пиною. Все остальные чемпионы довольно-таки сигнатурные. Блицкранга отобрали у Сантоса, после того, как увидели, что он взял трэша. Главное не оставлять пиною одного, потому что если на пиною будет нападать Олаф, и если Олаф случайно выйдет вперед... Ну, Фиора чаще будет находиться на сплитпуше, не так. Да. Частенько она прилетает в командные сражения своего телепорта, но, конечно же, да. Фиора тоже очень опасный пик, но и таким же пиком является Джинкс. На двух слотах, даже будучи только с гранью бесконечности и с заточкой статика, Джинкс уже может создавать кучу проблем. Есть разные итемизации на нее, есть возможность собирать и ураган Рунан, который на ней
немножко сломаны, так как ракеты дублируются и могут там неплохой такой АОЕ урон выдавать. Но сейчас некоторые предпочитают собирать заточку статика и пушку. Смогут ли Крю? И им необходима эта победа, если хотят. Если побеждают Крю, они выходят в гранд-финал Рифрайвелс. Если же они проигрывают, тогда в гранд-финал выходит Фенербахче. И мы точно знаем команду из СНГ, которая будет играть в гранд-финале. Это будет многоуважаемая Вега Сквадрон. Именно так. И, кстати, в гранд-финале Вега может удивлять нас, потому что выпускать и Дробовика, и Номанза, от этого стиль игры их слегка может меняться, и будет интересно посмотреть, сможет ли сама Вега реализовать вот такой... таких игроков. Что ж, дамы и господа, поприветствуйте в последний игровой день групповой стадии. Шестая игра. Чемпионы, действующие СНГ, команда Virtus.pro и их оппоненты Крю, которые в полуфинале играли в последнем сезоне TCL и не смогли как раз-таки обыграть команду Supermassive, но сейчас они настроены на победу. Они хотят участвовать в гранд-финале против Веги и брать этот турнир. Все в их руках, даже если быть чуть более точным, все в их вот этом механизме блицкранга. Не смогли здесь команды найти друг друга на инвейде. Пойдут сейчас прямо поглубже свои тотемы расставить Virtus.pro, чтобы понимать, откуда Мохито будет стартовать. И как раз-таки пингают Virtus.pro, что могут там находиться Крю. Кустик вот этот будут там, они обязательно обходить очень аккуратно. Кстати, интересно, что Крю никаких тотемов во вражеском лесу не расставили. По-моему, им информация не важна, кто откуда будет стартовать. Пыл битвы. Сколько же пылов битвы у Virtus.pro? Аж 3. Хотят сражаться, биться. И вот еще один АДКерри, Игорь. Зак говорил, что берут только Калисте, но не только Калисте, еще и... Интересный выбор. Мне все-таки кажется, на Джинкс был бы получше, была бы получше кровожадность воителя, но здесь выбор за Пиноем, как ему комфортнее играть, так, конечно же, пускай играет. Потому что вот эта дополнительная мобильность, дополнительный сустейн для Джинкс необходим. Конечно, на этой линии всякое может пойти. У Джинкс не самый плохой матчап вообще против Кейтлин, потому что иногда на рейндже могут и потрейдиться. Если Блицкранг своим хуком не попадает, то он находится в небольшом инактиве на линии, и потом уже трэш становится понеприятнее таким персонажем, который больше может делов натворить. Но Докси пока против Элвинда отыгрывает правильно. В этом матчапе ни в коем случае нельзя... Проседает Докси, ай! Там левел 1 очень важен. Когда по тебе несколько виталов этих прокнут, то у тебя могут начаться некоторые проблемы. Докси сильно просел сейчас с Элвиндом, Элвин пошел в агрессию, но... 1.3 атак спит у Мохито на таком малом уровне здоровья. Чистит лес он довольно-таки быстро, а мы видим, что и Найхён, и Элвин пытаются своих оппонентов зарубить. Но Элвин, его подкидывают, убивают! Первая кровь достается команде Virtus.pro. Ну а Мохито пока бегал на своем маленьком количестве здоровья, так бы и никак бы не смог бы помочь Элвинду. И вот эта агрессия оправдалась, а то, что Докси постоянно трейдил с Элвиндом, попытался запушить максимально сильно линию, и сейчас Элвинд еще и... Так, будет Криокс заходить. Криокс. А почему он дальше не пошел в форме? Будет подкидывать. Четвертый уровень. Вот это, разошелся гром Илья у нас. Вот это Илюша. Так на боте, что творят? Что Помоги творят? Но уже крюк, видимо, был дан, мы не увидели, потому что мы смотрели за другими моментами. 2-0. Virtus.pro выходит вперед, и Криокс нас радует своими гангами на Рексай. Я не заметил, у Моки там щиточек пассивку выбили или нет. Если пассивка выбита, то можно пойти в all-in вскоре здесь для Virtus.pro на боте. Не смог Элвин все-таки перепрыгнуть через Криокса, но даже если бы он это сделал, то с скачка можно было бы и доигрывать. Но если Элвинду было сложно понять, что там происходит, ну, то, что его вообще сейчас могут загонкать, то Мохито уже ошибся. Он пожадничал, у него нет скачка, у него призрак в лесу, он находился на маленьком количестве здоровья. Естественно, он должен был убегать и отдавать Грампа. Мало того, что он и Грампа не смог сосмайтить, так его еще и Криокс убил, который заходит на нижнюю линию. Никаких тотемов здесь нет. А здесь Мохито. А здесь Мохито. И сейчас Криокс. Но... Очень много урона. Идет сразу по Мохито. Будет его, возможно, забирать. Но почему не продолжил драку? Не ясно. Возможно, он боялся хука Блицкранка. Однако у Мохито нет скачка в принципе. И призрака нет также. Но он дальше не мог пойти, потому что Мэднес бы использовал свое исцеление. И тогда бы
Драка не факт, чтобы повернулась в пользу уже ВП. Так, сколько же давления создает сейчас Криокс. И выбивают, кстати, сейчас Паранойя и Криокс. Призрак с игрока средней линии Найхёна команды Крю. Мохито можно пофармить? Дайте нет. Пофармить. Нет. Опачки. Не фармить, не танцевать нельзя. Так, подбрасывает Криокс Мохито. Даблбаф есть у Криокса. Паранойя будет ли скачка давать? Нет, пока что нет. Только он успел на свой сноуборд сесть. Ну, Паранойя использовал, кстати, своего призрака, чтобы попытаться здесь по Мохито сыграть, но он находился уже слишком на большой дистанции лесник команды Крю, поэтому убегает. Разница по золоту 1000, и Криокс не собирается просто отступать. Хук потрошу, но по Блискангу, вернее, пытаются по нему сыграть, щиток уже выбили. У Блискангу есть скачок, он его использует, потому что Криокс был готов заходить. А зачем? Ну, потому что не стоило здесь рисковать. Информация пошла от Сантоса, и Криокс решил потратить свой скачок. Если бы его притянули и заработали бы на этом убийство Крю, то на нижней линии... Это был бы ужас. Это был бы провал полный. Конечно, поэтому лучше потратить свой скачок, который он не потратил до этого. Он заработал 2 убийства и так. Но ведут ВП на нижней линии сейчас по миньонам. На топе чуть-чуть стали дела сейчас не очень. Однако у Докси на один предмет больше все-таки. И Мохито радуется, что ему можно пофармить. Дальше играет по Моке. И это минус Мока. Санта сияет. Ну как же Virtus.pro хорошо начали. Очень хотелось бы, дамы и господа, чтобы все-таки продолжили ВП. Да, Криокс. Такого количества ганков от лесников я даже не припомню. А так надо играть. А как по-другому? Так. Будут Мэднеса запушивать. Дайв! Паранойя смещается. Меднес ставит АТМ. Его видно. У Криокса есть все напряги. Играют по Меднесу. Будут его пытаться дозабирать. Хорошо. Дальше надо идти. Криокс будет ли подбрасывание? Нет. К сожалению, нет. Но скачок выбери. Можно играть по вышке. На нижней линии Т1 должно упасть. Это много золота принесет нашей команде. Пачки еще и Моку здесь нашли. Или нет? Нет. Не просветил, по-моему, Докс его. Тотем он не поставил. Потому что... не захотел его ставить, хоть не находился тринкет у него в перезарядке. Паранойя хорошо сместился сейчас. Вышку сильно на нижней линии просадили. Ох, здорово, Паранойя сейчас тоже. Меднеса еще и отзонили. Вынужден он был вернуться на базу. Появляется большой меч у Пиноя. Как же радуются сейчас в Фенербахче, скорее всего. Видя результат этого матча, потому что именно они выходят в гранд-финал, если Крю проигрывают. А пока что ВП ведут. И ведут достаточно неплохо. 1300 золота на 8-й минуте. Это отличный результат. Блицкранг там бегал по вражескому лесу. Использовал шишку, поставил тотем. Так, подкидывает Найхёна. Найхёна и Паранойя здесь линия достаточно спокойная. Без выходов Криокса вряд ли что-то получится. Конечно, Рик'Сай где-то не дофармливает все-таки. Потому что ганков действительно много, и времени тратится на то, чтобы эти ганки создать. На топе помогла, на нижней линии помогла, и в итоге уже 3-0, и комфортно чувствует себя Пиной, комфортно чувствует себя Докси. Ну, относительно, конечно. Сантос Крюк подбрасывает его. О, по Дэшнику играет! Как правильно, как здорово сделали только что Virtus.pro. Криокс показывает механику о своем трэше. Кто там трэш-принц, мы на самом деле так и не знаем. Не Криокс, а Сантос. И Сантос здесь до самого конца выжидал момент. И, конечно же, смог использовать обе свои способности, чтобы реализовать это. Кто-то может сказать, что Делорд, кто-то что Эдвард, кто-то что Сантос. Но нам приятно видеть такие выступления и такие хорошие хуки. По Элвинду и Докси идет. Докси ультимейт. Элвин также. Витал и прокает. У Докси проблемы большие. Скачка будет ли заигрывать Элвин? Остается последний Витал, но, по-моему, урона бы не хватило, даже если бы Элвин играл со скачка. Чуть-чуть совсем бы не хватило. Сейчас Докси сможет восстановить свое здоровье. Без ульты вряд ли получится у Элвинда спокойно Докси здесь забрать. Ждет он, когда линия запушится в его пользу. Но это Мохито надо стан зарепостить тогда. Продолжает бегать по лесу. Если вспомнить, Мохито как играл против М19, когда... Опачки! Ого! А Докси сыграет Элвинда! А у Элвинда-то не было скачка вообще. Как такое произошло? Сложно, обязательно... здесь за картой следить, потому что везде происходит экшен. И где-то Элвинд ошибся, не потратил свой скачок. Ну, у него здоровья не так-то много было. Не смог он репостнуть контроль, из-за чего влетел в него Бёрст, которым обладает Рениктон. Паранойя запушил оппонента, может иметь возможность смещаться, но здесь Мохито. Посмотрим на Докси, но он как-то прыгнул и репост, видимо, обманул соперника.
Опачки. Да, и это хороший стан, и это удары, и второй прыжок, сколько армора порезал Докси. Ну как же красиво, как же хорошо. Ведут ребята 5-0, давайте, братцы, 5-0. Все-таки старт отличный и прям как бальзам на душу после сегодняшнего игрового дня, который пока что идет 0-5 в пользу турецких команд. Ну и хочется, чтобы именно после последней игры, знаешь, как осталось хорошее послевкусие. Криокс нападает на Мохито. Мохито здесь не должен с ним драться. Докси. Идет ульта, и Докси уже здесь. И это минус Мохито. 6-0. Ведут Virtus.pro. 2500 золота. Преимущество. Проблема сейчас у Крю и на верхней линии, и в лесу. 0-2-0. Олаф, даже ведущий на 20 миньонов, конечно, пока не может никакого большого импакта команде внести, потому что... Но эти лесные монстры... Не может просто. Эти лесные монстры не факт, что прям очень сильно его выводят вперед, потому что он забирал All несколько in. Раз. All-in идет по Элвиду, Рага прокается неплохо, но все-таки... А здесь уже Криокс. Докси танчит достаточно долго, и Криокс забирает. Ну как хорошо стартанули, да, Virtus.pro будут играть по верхней линии. Мока сливает, у него есть еще граб, он использует его мимо. Пиной, ультимейт, площадь Мэднес. И мало здоровья остается у Крю на нижней линии. ВП чувствует себя абсолютно фаворитами на всех линиях, кроме средней. Мне кажется, Крю просто не справляется сейчас с тем темпом, который ВП выбрали для себя, потому что настолько агрессивной игры от Криокса я просто даже не припомню. Вот как говорится, пошло-поехало, и остановить уже сам себя не может, чтобы уйти где-то в лес подфармить. Он постоянно выходит на прессинг, на агрессию. Он понимает, что Мохито сейчас своей команде помочь не сможет. Да и нижняя линия, если так взглянуть, Блицкранк плюс Кейтлин, но она не супер сильна. Если они где-то просядут, выйдут, но их оппоненты выйдут вперед, то эта линия становится достаточно слабой. И здесь вот Криокс смог организовать несколько вылазок, которые пошли так сильно в плюс. Суть, друзья, в том, что гангающий лесник не проседает по опыту в сравнении с фармящим, потому что если гангающий лесник успешен, так как забирая оппонента, он потом еще и получает экспу за миньонов, которых забирает та линия, куда он пришел на ганг. Еще и выбор Криокса мне очень нравится, потому что он вторым предметом себе идет в ангел-хранитель. Но BF-сорт это здорово, самый лучший меч. Здоровья, правда, у него мало. Если... Здоровья-то мало, только врываясь соперников, он будет их практически ваншотать. Соперников, да. Главное, чтобы не нарваться на Найхиону. И опять не читают. Здесь Олаф подходит. Привет. Олафа есть ультимейт. Сколько урона! Забирают Олафа! Будут идти на нижней линии. Бэтнес использует скачок. Креукс идет дальше. Исцеление. Будут нет, надо подожать. Отступать. Надо отступать. О, Дамик. Мока. Ой-ой-ой, пиной, на скачок выживается. Зря было исцеление. Моку надо дайвить обязательно. Не зря, он бы погиб. Вышка 300 урона вряд ли бы нанесла, однако погибает здесь Мока. ВП идут дальше, будут забирать на нижней линии. И как знаменитые Нави в том самом сезоне 2011 года, когда у них брали трю, как вы выигрываете, приходим под вышку, забираем там врага, забираем вышку, только потом отходим. Никаких ожиданий, никаких... Жаль только это заключительная игра уже для ВП, и у них не остается никаких шансов, чтобы играть в гранд-финале, но я бы посмотрел, как они бы играли бы, если бы так, с таким характером все остальные свои игры. Если бы это была третья игра, я бы очень хотел посмотреть их четвертую игру. Мэднес, у Мэднеса нет скачка. Неплохо, Криокс. Раз, два, три. Что за урон? Вау! Синим смайтом съедет, еще и уходит на туннелях спокойно. Элвин практически здесь стрял. Криокс может погибнуть. Играет Найхён, а это уже минус 2. Но в этот момент Докси сплитпушит верхнюю линию. И паранойя, конечно, даст Сантусу и себе уйти. Два обидных килла мы отдаем. Это было совершенно необязательно. Заигрался Илюша здесь. Но ВП пушит верхнюю линию. И выходит Ренектон уже и по фарму на плюс 15, что здорово. Пошли слишком глубоко. Не смогли они Найхёна остановить. А я говорил, если он придет в драку, тогда ситуация может измениться. Все-таки Найхён спокойно фармил. Ему никто не мешал. У него уже есть неплохие предметы. Ну, точнее, если быть точным, у него... У него есть Морел на Микон, и, конечно, прокастовался он здорово. И пиной здесь просто с КВС снес своего треть здоровья. А вот подфармливает Рексай Криокс. Появляется. Все-таки ангел-хранитель. Так что в следующий раз заиграться так можно, потому что пока он будет... Так и в предыдущий раз можно. В предыдущий не было ангела-хранителя. Команда уже вынуждена была отступать. А Найхён сейчас без скачка. Значит, что надо сделать с мидером команды Крю? Наказать.
А и минус 3 моба, ну, все-таки минус 2 у Паранойи, только получает он 11-й. Да, мид у нас немножко проседает, потому что на них он получил и убийство, и содействие только что. 1-1, это прекрасная Риана, 15-я минута, 146 миньонов у него есть. Но начинают ВП уже по карте идти и забирать драконов и какие-либо объекты. Этот дракон точно достается команде Virtus Pro. Игорь, твой прогноз на следующего дракона. 3-2-1, ответ. Огненный. Я люблю огненных драконов, но, как обычно, нет. Но, как обычно, будет следующий океанический. Ах, не везет, не везет. Зато мы, Игорь, точно знаем, что тот дракон, которого называешь, его точно не будет. Тем временем пытались сделать мохито вместе с своим суппортом Герольда. Но Герольда здесь защитили ВП самим. Им не обязательно терять темп, чтобы забирать этого Герольда. На 4500 по золоту они лидируют. И, кстати, даже касаясь вот этого небольшого отставания на 11, на 15 фарма на средней линии, оно не так важно, так как Паранойя очень много сдвигался. Он выбивал и умение призывателей, и он вообще на карте вместе с Криоксом активно действовал. Ну, сейчас самое главное на топе не отдаться, потому что Криокс это видит по тотему. И эту ситуацию Крю не то что читают, они видят все. Они видят, но что они могут сделать? Так, вряд ли так много. А что с Герольдом? С ума сошел? Тотемы, кстати, тоже иногда надо. Герольд, по-моему, пошел топ-гангой только что. А, в него Криокс плюнул. Герольд испугался и выбежал. Он вышел прям практически до куста вот этого. Стоишь такой на топе, вражеский лисик внизу. Но тебя соперник бодает, и Герольд тебя просто станет. Было бы обидно. Это такой мэн? Вот сам мэн. Но сейчас на карте ВП особо не знает, что им можно сделать, кроме этого Герольда. И... А почему нет? Свободный Герольд, 10-2 да, преимущества. Сейчас, да. Если первоначально казалось по темпу, им не обязательно это следовало делать. Они могли попытаться на средней линии сыграть. На Хьона здесь как-то отзонит, потому что у него скачка все еще нет. Но предметы пока не настолько сильные, и при одной ошибке ВП могут очень сильно просесть, и их могут наказать, потому что у них затанкованности сейчас нет, все предметы агрессивны. Ну, небольшую затанкованность все-таки дает ангел-хранитель, это броня, которая... 30. Ну, это лучше, чем 0. Лучше, чем 0, но... Или мы с тобой опять сейчас будем делать, как с Алсером вести, что 300 брони — это очень мало, вообще брони нет, 0, 0, дырка от бублика. Буквально нет, просто... 30 брони, конечно, приятно. Я просто не любитель ситуации, когда ты пытаешься стакать броню. Ну, здесь не в этом задача была Криокс. Когда ты пытаешься стакать броню на маленький пул здоровья. Да, здоровья так действительно нет, потому что воитель собран. Элвинда не подкидывают скачок. Хороший сейчас от Элвинда идет. 2-10, Элвинда не забирает, но на нижней линии можно агрессию давать, как далеко находятся все Крю. И эта вышка, возможно, даже сейчас и упадет. Какая же сложная жизнь для Элвинда. Первоначальный ганг был со стороны ВП именно по этой позиции. Элвин все еще не может получить свою черную секиру. И такая Фиора не вскоре станет опасной. Даже в 1 на 1 Докси, в принципе, ты знаешь, неплохо вот против Ариану, у которой 185 пробов, опасной станет уже сейчас. Элвин атакует Криокса. Прогоняют из своего леса Крю оппонентов. Мог сюда раньше сдвигался, но Докси не собирается так просто отдавать крагов. Хоть и не своих. Так, по центру идут. Надо опасаться граба и ударной волны, потому что они до сих пор опасны. В первую очередь ударной волны. Вспомним, как Frozen выдавал свои ударные волны против команды Vivictus Esports, которые были близки Докси, к победе. Докси, ничего себе, как агрессивно. Как бы это ни закончилось печально, но забирают Ахита со скачка. Ульта идет, Мока мало здоровья, по поводу будут играть, а у него нет уже скачка своего. Но он прокает Виталы, забирает Докси. Здесь будут играть еще. Скачок проживает обратно Бронове, которого только что дали хук. И Криокс забирает в ответку Моку. 2-1 размен. Докси свой скачок, кстати, так и не дал, мог бы выжить. Он очень много времени выиграл и очень сильно продамажил. Мы видели, как Мохито просто не может наносить урона по такому Рениктону. И Криокс обладает сейчас просто каким-то фатальным уроном. И любое его подкидывание сносит здесь, ну, больше половины здоровья. Потому что пока ты летишь, тебя полный прокаст уже выдает Риксаэл. И, естественно, не может подойти. Virtus.pro, обеспечивая себе еще более комфортное преимущество по золоту, это уже 5500, а не 4500. На шор будет через минуту, как и оконический дракон, который будет через минуту 37. 8-1-2 Рексай, конечно.
просто монстры. И здесь, наверное, Крю пожалели, что первым пиком для себя забрали Кейтлин, а не Рексай, которую очень часто ставили все-таки большинство команд в приоритет для себя. Здесь и ракета еще от Пиноя хорошая прилетела. Да, под Окси вошло просто очень сильно. Ну, мне понравилось здесь Сантос. С ударной волны. Сантос сыграл со скачка. У Найхёна не так давно, ну, точнее, достаточно давно уже все-таки скачок его откатился, но снова он будет находиться в перезарядке, потому что из этой драки необходимо было выходить. Сейчас главная надежда всего коллектива — это Ариана, у которой есть уже два предмета. 204 миньона на 20-й минуте, кстати. Так, это отличный результат. Герольд путешествует по верхней линии. По-моему, Крю угадывает, где надо было линию отпушивать, тем более так далеко. Мэднес потратит много времени, чтобы забрать Герольда, пока... ВП играет по Мохито. Мохито теряет столько здоровья. Ай-яй-яй, ударная волна и кроп отличный. И забирают все-таки Сантоса. А на нижней линии здесь начинает Докси дуэль против Элвина. Сюда заходит Пиной Наган. Зачем заходит он? Ракета мимо. Элвин все-таки успевает дать прыжок, но вышка-то 2 должна будет падать. И спокойно фармит сейчас Мэднес, что не здорово для ВП. Неплохой размен получился в любом случае для ВП, потому что Мэднес в драке не участвовал. Ему, естественно, необходимы предметы. С одной гранью бесконечности он сделать ничего не сможет. Найхён прожимает свой призрак и как убегает в лес. Как и пара прожимает призрак, кстати, тоже. Ну, Найхёна прогоняют. И сейчас такая позиция у ВП хорошая, что они могут сыграть по вышке Т2 на средней линии. Я думаю, что успеет все-таки Найхён подойти, потому что... Атриокс грызет уже... Элвинда. Дальше. Можно ли идти? Ульта! О, забирает! Не успел он дать свой прыжок вовремя. Это Креокс 9-1-2. 13-4 идут. ВП к победе. 6 тысяч золота преимущества. Наращивают постепенно, по-маленькому. Но все-таки наращивают преимущество. И появляется еще один океанический дракон. Но совершенно не по-маленькому наращивают, потому что уже... Как по-большому? 6 тысяч есть в плюсе. Так, Мэднес. Мэднес. Паранойя. Промахивается своими костами 2 раза. Но Мэднеса он все-таки забирает. Автоатаки ты не задоджишь. И здесь Спасибо, Игорь. Девиз любого игрока, который начинает мейнить АДК. Поэтому я сейчас в основном на АДК играю. Не задоджишь. Креокс соло, мне кажется, этого дракона развалит секунд за 10. Сгрызет. Как и сгрызает пока что всю команду Крю. Участвовал он в 12 убийствах из 14. Отличный килл participation. Мы не берем те моменты, когда, знаешь, там три убийства команда сделала, и ты в трех поучаствовал, у тебя 100% kill participation. Нет, здесь убийств много, и большое в них участие, конечно, процентальное, очень важно для лесника, потому что и золота дается много. А следующий дракон у нас воздушный, Игорь. Я забыл спросить тебя о твоем прогнозе, чтобы ты сказал воздушный, его не было, он появился. Я бы точно не сказал в любом случае воздушный. Я слишком люблю и огненных драконов, и горных драконов. Пытался Элвин спастись, но зверь со стороны ВП действительно уже мощный. Вот это что было? И забрал все-таки Мэднес. Третья похоронная прилетела. Автоатака в Мэднеса, у него уже не было исцеления. Ну, кстати, больно по Пино идет дальше. Фонарик неплохой, помоки играют. Здесь бокс стоит, который будет замедлять. И бокс делает свое дело, надо на Шора идти, учитывая, что Элвин находится на нижней линии сейчас. Хотят Найхёна здесь поймать, но Паранойя решил не использовать свою стену пряхи. И отпускают они сейчас вражеского мидера. На Шор, дамы и господа. Давайте, друзья, начинают бить на Шора. 8 тысяч, 7 тысяч на Шора. Сантос и Паранойя будут зонить здесь Мохито. Мохито не пробежит стену пряхи, у него нет скачка. И здорово. Креокс? Куда Креокс срывается? Креокс сошел с ума. Ну можно же было забрать на Шора. Зачем Креокс это сделал? Стяжка. Найхёна очень мало хп. Пиной со скачка играет. Получает спидбаф, будет не замедлить. Ну зачем Креокс-то так прыгнул? Ну совершенно было не нужно. Раз, два, три флеша потратили ВП, чтобы забрать одного Найхёна, а у Ашора здоровье, это было уже 1003. А сейчас и не будет стены пряхи, чтобы Мохито не подпустить, хотя у него нет и ульты. И призрака также нет, а без ульты сюда и призрака... сюда подходит Элвин, у Элвинда 13 уровень, у него есть ульта. Врываются на Элвинда, хук мимо и опять, ну что ж такое, зачем тогда Криокс-то выпрыгнул? Сейчас барона Нашора забирать уже нельзя, надо отступить. А вот в первый раз они могли забрать и Нашора, и попытаться драку навязать. Потому так что они легчайше его забирали там. Там информации не было у Крю, у них не было ни тотема,
И, в принципе, они никак не могли зайти в Нашор Пит, а у Нашора, если я не ошибаюсь, там, ну, наверное, 2500 оставалось, вот, до инициации, если... Да меньше даже, там вообще... Хотя, ну, нет, хотя... нет, 5000. 5000, когда Криокс полетел. 4. Ну, ладно, можно понять, они боялись, что Ариана зайдет в Нашор Пит, потому что стена пряхи уже спадала, и если бы она раскастовалась, дала бы свою ударную волну, то боюсь, что ВП действительно могли бы с этого много потерять. Это было безопаснее с их стороны. Если бы на Хён дал скачок вовремя, то вообще бы никого не забрали. Потому что там вообще, ну, ну там ракета скачка, пиной. Со скачка, нет, вот пиной со скачка ее дал, тут же пытался выйти на Хён, но не успел. Потому что можно еще в цитаты записать, что вылетевшая автоатака уже тоже не доджится. Ее уже скачком не задоджит. Она уже летит. Поэтому что? Автоатака — самое сильное орудие в Лиге Легенд. За Талию. Опять та ульта по пиною. Ну, можно перестать? После фонарь. Фонарь был, знаешь, из таких бронзовых мувиков, когда убивают того суппорта, через полсекунды АДшник такой нажимает на хил. А потом F, звездочка, CK. Ну, здесь, да, фонарь был похожий. Дэм! Не могут сейчас Крю зайти поближе к барону Нашора, чтобы расставить свои тотемы, чтобы зачистить вражеские тотемы контроля. И информацию им будет очень сложно здесь получать. У Найхьона все еще нет скачка, и появится он еще достаточно не скоро. Поэтому это отличное окно для того, чтобы ВП смогли барон Нашор сделать. Так же, как и у Элвинда, сейчас нет телепорта. А вот Докси все чаще и чаще находится своей командой. Так, и идут к барону Нашору Virtus.pro. Общий счет 16-4. Барон Нашор падает быстро. Забирают его достаточно, однако подходит уже Крю. И не все бьют Нашора. Будет ли стенопряхи здесь? Мока заходит. Кого он будет подцеплять? Никого, потому что он будет погибать. Докси атакует Мохито. Полетела ракета, но... Не добивает его, однако Нашора должны ВП забирать, потому что Крю находится очень далеко. Virtus.pro! Забирают Нашора и ведут на 10 тысяч золота, дамы и господа. Ну и барон пауэрплей может быть очень и очень страшным. Игрой что... может он быть. Две Т2 вышки стоят. Т2 вышек нет, это уже вообще можно даже их... Ну их сейчас сотрут, потому что и пачки миньонов, да, здесь... Если Virtus.pro не допустит грубую какую-то, прям исключительно грубую ошибку, можно считать, что Т2 вышек уже нет. Потому что Крю их дефать, ну как им дефать? Важно убить Кейтлин, важно убить Ариану, правда, вот паранойю вот такие ошибки допускать нельзя. А вот так и дефает, и паранойя допускает ту самую очень грубую ошибку, о которой мы только что говорили, которую допускать было ни в коем случае нельзя, и ВП отправляются на базу на 40 секунд, к сожалению. И да, на Т3 не факт то, что у них получится зайти с этим бароном Нашором. Ваня, правда? Ваня. Из Элвинда они выбили сейчас скачок, это со стороны Элвинда было достаточно жадно, если не ошибаюсь. Паранойя стоял уже в ловушке от Кейтлина, и там автоатака практически летела, поэтому Элвинду скачок свой тратить просто так не стоит. Два слота есть у Фиоры, затягивать игру ни в коем случае нельзя, потому что даже проигрывая там на 10 тысяч, через 10 минут будет намного больше возможностей у Крю камбэкнуться. Будет дуэлить Ливингтона. Здесь еще и три персонажа такие, которые, ну, много дел могут натворить. Даже 4. Исключая, наверное, только Олаф. Он на 4000 отстает. Если у Олафа игра не пошла, если успевают вовремя получить необходимые предметы кэрри команды против оппонента, него. Да. Олаф даже вперед побежать не может, его просто на куски разрывают. И он работает по танкам, в основном замедление. А потому что дальше он пройти и не сможет. Но у Олафа есть какая-то небольшая тотковитость уже все-таки. Против физического урона, во всяком случае. А, он тут доминирующий. Он тут доминирующий. Ты прав. Так, ну что, ВП, ну давайте нам, дайте нам подсказку, что вы будете делать хотя бы. Одну линию легко Крю будет защищать. У них есть Ариана с тремя слотами, у которой есть и посох бездны уже. Здесь есть ловушки Кейтлин, которые не позволят так легко подойти. А, нет, легко. Правда, ловушки Кейтлин. Как Докси сильно проседает. Ловушки Кейтлин очень странно стояли. И решили здесь продать свою вышку Крю. Не рискуют. Не стоит забывать про Блицкранка. Затанкованности здесь... Не у всех персонажей много. Идут бафать миньонов в последней линии, но зачем, если стоят ловушки? Как же такое Сиджет против такой-то Арианы, Игорь? Но что-то не то происходит. Сейчас уязвимая все-таки цель — это Элвинд, у которого нет скачка. И если Докси здесь пропушит, хорошая будет стена пряхи. Пиноя которая... нет, на нижней линии как же... Через стену пряхи надо разыгрывать, не подпустить на защиту своей вышки Т3.
Что и пытается делать сейчас таки паранойя. Но хватит ли такой стены? Ну, здесь спиной был далеко, и даже несколько автоатак он здесь дать не сможет. Так, очень боится он Моку просто. Ну, что здесь прилетело? Здесь прилетела одна автоатака и тачанка. Нет, ну нельзя отходить. Ну, сюда уже и ловушки свои пришел Madness расставлять. Ну, это вот барон Powerplay, который вообще неудачный. 2-2 вышки, ждали, минус пара. Ждали мы большего, но с учетом барона на 3000 вперед они с него вышли. Они забрали убийство для себя и забрали вышку Т2. Барон падает сейчас. Барон баф, именно длань барона. Ее уже почти нет, осталось секунд 5. Ну и что, дракона надо теперь идти. Ну посмотри, сколько сейчас Madness сейчас, какую кассу себе соберет. А Madness нужен на защите. Без Madness'а не могут здесь Крю так защищаться. Так, вот несколько автоатак таких давать всегда приятно. Так, по Элвинду играет, летит дальше Сантос. Ой-ой-ой, Сантос играет на волыны, скачок прожимает назад. Докси в опасности, удар давала мимо, хорошо. Ракета полетела, но попадает на Хьона. Можно фейстанкингом сейчас заняться. А тем временем там на верхней линии пачка разбивается огромная, это хорошо. Да. На нижней линии будет ли возможность сейчас у Пиной пострелять по вышке? У вышки зарубило. Крюкс, ты не с той стороны. Нормально, нормально. Ангел-хранитель есть. Можно поиграть. Можно поиграть. Можно поиграть дальше. Докси врывается вперед. Это минус Мока. Докси на маленьком уровне здоровья выживает. Элвин минус. Идут ВП дальше. 2-0 размен. Пиной промахивается W. Но скачка дал удар. Можно ли поиграть еще? Конечно, можно. Последней линии должен играть сейчас Пиной. Вышка должна падать моментально. Докси делает свой телепорт с базы, и у него полное здоровье. Креокс бьет и на стиле берет фонарь, улетая на среднюю линию. И это будет минус второй ингиб. Найхьон пытается как-то подловить паранойю, либо же Пиноя, но у него ничего не выйдет, потому что здесь находится постоянно Докси, который мешается. И в любой момент готов полететь вперед. Минус два ингиба даже без барона на Шора. Отличный пауэрплей в итоге получается. У паранойи уже есть и напряги, как у Найхьона, кстати. Опачки. Пиной забирает последнюю Т3 вышку и остается один голый ингибитор со стороны команды Крю. Есть воздушный дракон, которого, возможно, сейчас на развороте и заберут ВП. В частности, Креокс, не понимаю, почему он на остроклювах. А вот до барона еще минута 48, и до него есть время. Обязательно ВП должны форсить какие-то движения на бароне, потому что минус 2 ингибитора, особенно на противоположной линии от барона, дадут о себе знать и будут прессовать оппонента постоянно. Насчет того, что забирать остроклювов, это, кстати, очень важное решение касаемо любой команды. Когда ты отступаешь после осады, тебе необходимо зайти во весь вражеский лес и его зачистить, чтобы как можно сильнее минимизировать возможность зарабатывания золота твоим врагом. И дракон здесь... уже старший. Следующий старший, все. Хотел тебя... Не подловишь, не подловишь. Да, хотел подловить. Да это нормально, шанс угадать 1-4. Всегда. Старшего? Нет, я говорю про обычных. Поэтому, ну, понятное дело, ну, не везет. Три раза не везет. Два. У Пиноя 4 атакующих слота есть. Конечно, такая джинкса просто сейчас может разрушить. Вот почему Элвин не хотел-то против Докси играть, помните? Вот почему. Я думаю, здесь в большей степени недооценили Креокса и выбор Рексай. Ну, точнее, да. Выбор Олафа, который просто не смог справиться с этим давлением от Рексай. Вот как сильно может одна ошибка в начале игры повлиять на весь исход? Такой сильный сноубол с него ВП смогли получить. Барон на Шор появляется у нас через 15 секунд. ВП должны его забирать. Драку Крю здесь принимать не могут. Прямо сейчас, если бы он был. Засветлили карту. Так, Криокс. Ловушка. Так. Ловушка Моку. Моку могут ловить. Видели. Креокс, только что на тотеме. А можно время потянуть, потому что суперминьоны идут и по нижней линии, и по средней. Думают, Крю, что на верхнюю линию пойдут ВП, а они-то идут на Шора. И как только они это поймут, уже будет, скорее всего, поздно. А там уже будет стена пряхи, которая просто не подпустит Крю. И закрывайся на пряхи. Легчайший. Смотрите, как ВП забирает барона на Шора. В истории вообще команды Virtus.pro, мне кажется. Никаких возможностей. Никаких шансов на успех. Никаких шансов, чтобы могли хоть как-то побороться за этого барона на Шора. Креокс далеко, кстати, но Докси агрессивно заходит прям. Он затанкован. По Сантосу ультимейт идет, кстати. От Меднеса зачем?
Но правильно делают ВП, они не торопят события, подпушивают верхнюю и среднюю линию. В тот момент, когда на нижней линии, все-таки мобы уже достигают Т4 вышки и начинают ее потихонечку бить. Туда должен смещаться хоть кто-нибудь, поэтому третий ингибитор падает. У команды Крю Virtus Pro идут к победе. Атакуют соперников. По два суперминьона будет, правда, недолго спавниться у команды Virtus Pro. Этим и должны воспользоваться медведи. И сейчас просто зажаты под своими Т4. Барон, миньоны, суперминьоны идут со всех сторон. Что же делать? Суперминьоны еще и под барон бафом. Так, могут цеплять. Это минус Мок, инстантно идет. Точно так же, как и минус Макита. Элвин пытается сотворить чудо, но чудо вряд ли произойдет, потому что Биной выживает. 3-0 Рассвет. Команда Virtus Pro идет к победе. 4-0. Идут дальше на Бендеса. И практически забирают его подмышкой. Квадрат! Гейл идет для Virtus Pro, в частности, для паранойи. И никто не сможет защитить Nexus. Дамы и господа, поддержите и поприветствуйте еще раз команду Virtus Pro, которая в последней игре сегодняшнего дня показала, что она может огрызнуться, может на характере победу свою взять и является действительно на этом турнире второй по успешности командой со стороны СНГ. Второй, и команда, которая, у которой были возможности заработать намного больше побед. ВП были близки, они допустили несколько ошибок. Будет над чем поработать. И ВП большие молодцы, потому что закончили групповой этап красиво для СНГ и показали характер. За что им большое спасибо, как минимум от меня лично. Было бы очень грустно наблюдать за всего лишь двумя победами из 16 игр страны СНГ. Так, у нас есть хотя бы третий. Мы показали, что две команды уже обыгрывали турков хотя бы один раз. Хотя бы единожды. Так и есть. Главное, этот опыт, который на Rift Rivals сейчас получили команды из СНГ, реализовать в хороший потенциал в следующих неделях LCL. Ну а завтра мы будем наблюдать, как команда Vega Squadron будет сражаться против Фенербахче. И эта битва BO5 серия может получиться действительно интересной, потому что Vega — команда, которая очень сильно всех удивила вообще в этом противостоянии. Много интересных плеев, разные стратегии и, конечно же, дебют Номанза, который останется уж точно не забытым. Я ожидал, что СНГ выступит гораздо лучше, и я ставил, что мы выиграем 6 матчей из 16, где, соответственно, Virtus Pro и Vivictus смогут взять по 2 матча хотя бы, и Vega, и F19, соответственно, хотя бы по одному. Это был для меня не лучший результат в прогнозе, но не худший, средний. Мы взяли всего 3, и, слава богу, Vega взяла целых 2 матча, показав, что она против турков может в противостояниях играть. Будем рады вас приветствовать, дорогие друзья, на завтрашней трансляции как раз-таки гранд-финала Rift Rivals. Vivictus тоже были неплохие игры, они были близки к двум победам, в их противостояниях, но, конечно, 2 поражения также были абсолютно в одну калитку. И Vivictus'ам принадлежит антирекорд самой быстрой игры. Отданный тот ингибитор, да, игра. Ну, и за 18, были... за 18 минут 40 секунд, у M19 тоже были ранние стадии хорошие. И у Virtus Pro были как раз такие плотные очень игры. Вспомним хотя бы первую против команды Supermassive. Там все очень решалось на качелях буквально, но не смогли ребята выиграть больше одной игры, к сожалению. Посмотрим на Vega, тоже будет смотреть очень интересно. Кстати, что касается первого выступления Virtus Pro, их первой игры против Supermassive, тогда вот не хватало вот этой решительности, которая, да, здесь так и плескала вообще такой из Virtus. Агрессивности, безрассудной. Да, и за такими играми наблюдать, конечно, всем очень нравится, и это интересно. Спасибо большое, дамы и господа, что были на сегодняшней нашей трансляции. Мы с вами прощаемся и переходим на аналитику. С вами был Игорь Атремейс Раткевич и я, Юрий Флешин Начеренков. Алексей Геннадьевич, тебе слово. Спасибо, Юрий, и мы заканчиваем.